Вот прямо сейчас мы готовы представить очередного гостя. Яков Головко, певец, участник X-Factor, знаменитый джазовый исполнитель на полуострове. Яков, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? А, ну как обычно, с чашечки кофе. Как вы проводите время в режиме самоизоляции? Рассказывайте. Ну как, вот сижу с гитаркой, готовлю новые песенки. Готовлюсь к грядущим выступлениям. Все-таки День Победы скоро. Даже если его перенесут, все равно праздники и концерты будут. То есть репетиционный процесс не останавливается. Яков, а вот такой вот вопрос. Дело все в том, что вы правильно отметили, совсем скоро мы подходим уже, фактически стоим на пороге великой даты, 75 лет Великой Победы. У меня к вам личная просьба. Могли бы вы исполнить какую-нибудь песню, которая бы, ну скажем, имела отношение к этому празднику, в преддверии его что-нибудь? С удовольствием это сделаю. Знаете, когда я был маленький, мы всей семьей ждали фильм, который транслировался по телевидению тогда, «Белорусский вокзал». Замечательная песня Булата Акуджавы. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы лицом к лицу врастаем землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Как-то так. Браво, большое спасибо. Я всегда знал, что вы блестящий певец, но я не знал, что вы прекрасно играете и владеете гитарой. Где вы научились? Я вообще по части гитары самоучка. Так как я с 5 лет занимался на скрипке, нотки я знал, а на гитаре я научился играть из-за моей любви к творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. А почему не стали скрипачом? Лентяй. Лентяй страшный. Большое вам спасибо, Яков, за то, что сегодня украсили наш эфир. Песня прозвучала просто блестяще. Большое вам спасибо. Я думаю, вы подняли настроение не только нам с Антониной, но и всем зрителям и слушателям.